Мы в Ижовке. Это царство питьевод. Сегодня мы на 100% погружаемся в работу одной из древнейших здравниц Татарстана – Шифалысу и Жминводы. Поехали! Как устроен бизнес Татарстана? Руфина Мукминова разберется, как работают предприятия, кто и чем занят на производстве. Это один день из жизни компании. Это погружение на 100. Санаторий Шифалысу и Жминводы – место, где отдыхаешь душой и оздоравливаешься телом. Уникальные природные условия, насыщенный аэрионами воздух и целебная вода круглый год притягивают огромное количество гостей. Тот, кто один раз ощутил на себе целебный эффект этих мест, возвращается сюда снова и снова. Меня, наверное, как и всех, волнуют две вещи – где я буду жить и что я буду кушать, да, потому что лечение, мы знаем, здесь хорошее. Итак, давайте посмотрим мой номер. Ковры сразу создают такой уют, как в деревне бабушки. Вот. Что я хочу прямо сейчас? Это сделать. Итак, представляю вашему вниманию мой комфортабельный номер. Все необходимое в номере имеется. Зона отдыха, двуспальные комфортабельные кровати, телевизор, просторная ванная комната и чудесный вид с балкона, наслаждаться которым можно бесконечно. Посмотри, как здесь красиво. Ты здесь прям вот наполняешься энергией природы. Главный человек, который отвечает здесь за ваше здоровье и кому вы попадаете в первую очередь, это Александр Николаевич Панфилов. Мы приходим к нему со своей карточкой, и вот от него и зависит, насколько интересным будет наше погружение, потому что именно он назначает лечебные процедуры. Руфина, я познакомился с вашим анамнезом, ваше у вас заболевание, все, и узнал, что вы много времени проводите стоя, там много ходите, занимаетесь активно спортом. Я хочу, во-первых, предложить вам йодобромные ванны. Это наше богатство, это наша вода из-под земли. Мы добываем ее, она нервную систему хорошо успокаивает, и при опорно-двигательной системе тоже хорошо действует, и много других у нее действий, да? Но я наслышана, это чудотворная вода. Вот. Даже интересно почувствовать ее эффект. Вода – это особенный лечебный фактор санатория Шифалысу и Жминводы. Многие приезжают сюда именно из-за нее. Набирают ее в бювете прямо из источника и употребляют 3 раза в день за 40 минут до приема пищи. Она помогает при заболеваниях печени, нарушениях работы органов пищеварения, при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ. Вот она, святая святых Шифалысу и Жминводы. Здесь как раз-таки целебная вода, которая помогает, способствует и улучшает желудочно-кишечный тракт, как здесь говорят. Расскажите, пожалуйста, вы здесь давно отдыхаете? Чувствуете ли эффект от водички? Да, мы уже приезжаем 10 или 12 раз сюда. Эффект великолепный, конечно, вообще очень даже. Вот, и лечение. На самом деле, это не подготовленный какой-то отзыв, да? Мы действительно здесь застали человека. Вода очень вкусная, вода очень приятная, действительно чувствуется прямо. А у нее есть какой-то такой привкус на самом деле. Конечно. Ну вот мне для непривычного человека не сказать, что приятно. Первое мне невкусно получается, да? Только показывается, да, потом только. А потом все. Потом уже привыкаешь. Так, хорошо. И какие ощущения? Вот я, допустим, сколько нужно минимум пить эту воду, чтобы почувствовать? Сколько говорит врач? Врач говорит. Там. Но вы когда почувствовали вот уже целебность? Третий день бывает уже. Чувствуешь эффект, уже, да? Эффект. Вот. А энергию чувствуешь. Эффект? Энергия хорошо, прям легко становится. Вот, вот в желудке, вот такое ощущение такой молодости, можно сказать. Ну, Шифалысу-то мы тоже знаем, да, обычные потребители. Мы тоже эту воду пьем. Но я никак не думала, что эта вода, она настолько целебная. То есть это вот прям удивительно. Ну и, конечно, какой же санаторий без лечебных процедур? У каждого гостя своя индивидуальная программа, которая корректируется медперсоналом. В моей программе сегодня прессотерапия и спа-процедуры. Действительно, то, что надо для моего тела. Здравствуйте, мне сказали, что это какая-то классная процедура. Добрый что день. Это у нас спа-ванна. Она дает хорошее кровообращение, тонизирует и успокаивает. Приятной вам ванны. То есть это такой водный массаж, да?
Это водный массаж, называется спа-ванна. Массаж я люблю, поэтому прямо сейчас я готова уже раздеться. Так, ну-ка, отворачиваемся. Приятного вам лечения. Что ж, настало самое время подкрепиться. Я, честно говоря, уже проголодалась. Итак, посмотрим, что у нас сегодня в меню. Стол такой накрытый. Еще мне что-то несут. Это... Добрый вечер, приятного аппетита. Это у нас точно ужин? Да, у нас сбалансированное питание. Я думала, вообще тут полагается вот такой вот маленький салатик и все. А у нас тут что в меню сегодня? У нас сегодня по меню салат из кальмар со сладким перцем, картофель-пюре, мясо по-купически, и лепешки с творога. Ничего себе! Ну что, время подкрепиться. Приятного аппетита вам. Спасибо. Если в первую половину дня занимают лечебные процедуры, то вторую можно посвятить любимым занятиям. И тут уже можно самостоятельно выбрать досуг на любой вкус. Активно проводить время в спортзале, почувствовать себя звездой караоке, посетить мастер-класс или пойти кататься на лыжах. Вот он, рецепт настоящего счастья. Лечебные процедуры, которые в удовольствие, качественное питание, позитивные эмоции и двигательная активность. Прекрасная природа, красота, лечебные процедуры. Конечно, чтобы погрузиться полностью, нам нужно минимум 2 недели. К сожалению, таким временем я не обладаю, поэтому пошла я до Казани готовить для вас новое погружение.